Здорово, подписата. Сегодня заоценим майбоксовский сет «Огонь» называется такой. Ну, поняли, от этой конторки. Обычно раз в неделю я жру, ну, макароны и рис их, они мне очень нравятся. А роллы так раз в пару месяцев, как раз 2 месяца назад не ел, и захотелось горячих. Ну, поняли, да? Которые приезжают вот в этой хрени. Поэтому надо срочно есть их, пробовать. Сын-то он также хавает вот эти коробушечки, а я вот чисто нового, чисто чтобы для видосика что-то новое, да? Ну давай заценим. Сын говорит, вроде вот это, вроде ничего. Ну-ка. Ну ничего. Ничего, ничего. Там их 3 вида, да? 3 в такой этой закрытой. Поэтому пока теплые они, надо бомбить их. Давайте. О, свалился. Сука. Оп, вот так вот. Вот так вот. Без квашеной капусты нельзя. Так, ну и давай 3-й вид, вот этот. Ну, как бы, по мне они все одинаковые. Единственное, вот эти 2 острые, они чем-то похожи на себя. А вот это, вроде и не острое. Я так понял, это типа сыра, да, сверху? Типа сыра. Называется огонь. Я сначала подумал, огонь это значит прям нереально топовая вещь, а потом до меня дошло, огонь это потому что перченая. То есть вот эти 2 точно перченые. Сейчас даже это вроде, но это вроде не перчит. Наш любимый Mountain Dew на запивон. Ваше здоровье. Кстати, сегодня, по-моему, 2 месяца, да? Как я алкоголь не употребляю. С маленькой оговорочкой, временно не употребляю алкоголь. Нам же надо еще вывалить сюда вот этой хрени, да? Ай, сука. Вот сука. Чё за хуйня? Во. Давайте, а то уже остывает, как бы, да? Так что? Вот вам без алкоголя хорошо живется, ребят? Не скучно? А? А вот мне что-то скучновато. Ну хуйня, еще месяцок до 17 августа. И все. И можно употреблять. Опять. Да? Ну вот в этом сете зеленая вот эта не нужна горчица. Опять же, я
Еще раз повторю, люблю вот это. Я пробовал такие вещи в трех конторах в Волгограде, в доставках. Вот на букву М она самая лучшая. Так что после 17 августа обязательно бухану. Обязательно. Вот так вот. Оп, сюда. Прямо в эту. Оп, и вот так. Захожу в магазин пивные, то я был завсегдатай пивных этих, короче. Ну, вы поняли, пивных, блять, ларьков, там, где стоят постоянно, продажа это идет, этой хрени все пивное. Теперь я ее обхожу. Руки жирные, надо так открыть. Так что вот так вот. Сет огонь. Да, сет огонь. Квашеную, кстати, квашеную капусту сын вообще не ел до этого. Избегал ее. А сейчас уже как пару месяцев полюбил ее. Я ему начал ее давать совсем. И все, говорит, охуенная вещь. Квашеная капуста. Говорит, не знаю, почему я ее не ел. Вот так вот. Опачки, да? Но опять же, сравнивая этот рис и этот рис, я выберу этот рис. Еще раз повторяю, это для разнообразия, для видосика. А то я там раньше уже два сета ел, каких-то Африка, еще какой-то, а это третий уже. Ну что? Давайте макнем его. Оп, опять бомбанулся туда. Вот так вот. Оп. Вот так вот.
Ну что, ребятки, пока-пока. Давайте еще вот эту хрень за ваше здоровье. За ваше здоровье. В общем, пока-пока.